Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemo Toys и сегодня соберем трактор Бульдог. В набор входит наждачка, клей, 262 детали конструктора и подробная инструкция. А также среди деталей есть вспомогательный инструмент, благодаря которому удобно доставать маленькие тонкие детали из плашки. А наждачка нам нужна в том случае, если на детали остались небольшие сколы и неровности. Приступим к первому этапу. Обращаем внимание на расположение рисунка. Используем вспомогательный инструмент, нажимая на места сцепления деталей с плашкой. Детальки ручки склеиваются только между собой. Клей не должен попасть на стенку трактора. Ручка должна двигаться вперед и назад. Обращаем внимание на отличие деталей. Стенка с круглым отверстием под номером 51. Вторую дверь склеиваем по аналогии. Yeah.
зеленый цвет в инструкции обозначает область нанесения клея. Так, чтобы деталька проходила сквозь выемку. При склеивании этих осей не используйте много клея, потому что в дальнейшем при высыхании клей будет препятствовать прохождению других деталей. Начинаем собирать ковш. Зубья клеим с той стороны, где нет гравировки.
переходим к подъемному механизму. Для ровной склейки шестеренок используем одну из осей. Ось берем ту, которая поменьше. Сначала продеваем ось сквозь все детали. После того, как мы продели ось, все детальки ставим на свои места. Круглую детальку приклеиваем к оси и шестеренке. Thank you.
переходим ко второй части подъемного механизма. Используем ось для ровной склейки. Вторые детальки клеим по аналогии. С другой стороны клеим в зеркальном виде. Здесь также вставляем ось не до конца, чтобы продеть все внутренние детальки. Клей наносим только на шестеренку и на ось. С этой стороны тоже клей наносится только на шестеренку и на ось.
Вот так должен двигаться наш механизм. Переходим к колесам. Соблюдаем нумерацию деталей, а также совмещаем крестообразные отверстия. Для каждого колеса по 4 длинных клиньев и по 8 коротких. Клинья клеим узким концом наружу. Остальные колеса склеиваем по аналогии. Оси приклеиваются только к колесам. Готово! У собранной модели вращаются колеса.
Поднимается и фиксируется ковш, открываются двери и крышка багажника. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. А чтобы не пропустить новое видео, включайте колокольчик. Пока-пока!